Накануне Сергей Морозов встретился с директором департамента по взаимодействию с регионами Росатом Андреем Полосиным и генеральным директором Федерального медицинского биофизического центра Александром Самойловым. Корпорация Росатом реализует ряд федеральных проектов на территории второго по величине города Ульяновской области Димитровграде. Поэтому поводом для встречи стало обсуждение планов корпорации на 2019 год. ФМБА России запланировано покупка и строительство служебного жилья для персонала, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни. Очень важно взаимодействие с местным муниципалитетом по вопросам размещения больных, по вопросам строительства гостиниц, по вопросам организации досуга, строительства детских садов, школ. Это все очень важно и очень важна заинтересованность местной исполнительной власти. Для того, чтобы курировать вопросы, связанные с Центром медицинской радиологии и развитием города Димитровграда, Сергею Морозову была предложена кандидатура Юрия Черноусова. Губернатор идею поддержал. Юрий Черноусов – депутат Совета депутатов муниципального округа Строгино в Москве и представитель ФМБА России. Этот город должен возглавлять человек, который имеет полное понимание, что такое инновационное развитие нашей страны, что такое научно-технологической революции, которая сегодня происходит в мире. Человек, который понимает, чем живут такие науки града. На встрече Александр Самойлов отметил, что все предложения по реализации проектов на территории Димитровграда обсудят в том числе на третьем форуме городов Росатома, который состоится 24 и 25 апреля.